начала федеральной программе оздоровления Волги уже положено. Для того, чтобы свести к минимуму вред, который человек десятилетиями наносил реке, в этом году заложено свыше 300 миллионов рублей. Проведены конкурсы, определены победители и приступили к работам по двум объектам. Это строительство очистных сооружений дождевых на территории Чебоксара, это вот в районе залива они уже начали работы, и строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями в поселке Вурнары. Это, кстати, тоже по нашей инициативе было включено реализация этого объекта в проект. Также сроки реализации 2020 год. Всего по проекту оздоровления Волги должно быть реализовано 12 объектов на территории Чувашской республики. Смысл – это сократить объемы загрязненных стоков, которые поступают в реку Волга. Это смысл всего проекта оздоровления Волги.